Я на часик в обед копнуть. И вот интересный сигнальчик. Плюс 15, плюс 20, плюс 30. Копаю. Так, сейчас посмотрим, какой здесь сюрпризик лежит, поджидает. Сейчас. Обедик сегодня шикарный, солнышко. Ах, сейчас мы эту кучечку возьмем. Так, что тут? Сходу не видно ничего. Так. Ого. Я, честно говоря, пинпойнтеры не очень люблю, потому что доставать руками, искать, мне кажется, гораздо интересней. И сегодняшним подарком в обед будет ₽15. 46-й год. Грунт здесь хороший. Очень хорошее состояние монетки. Я бы сказал, идеальный подарок в обед. И, как мне кажется, это не последний подарочек сегодня. Буквально рядом. Плюс 50. Шикарный сигнальчик. Ух ты! Сейчас мы посмотрим, что же здесь. Так. Сейчас. Так. На улице плюс 3. Уже становится не совсем комфортно. Вау! Вот это подарочек! Второй подарочек в обед. 5 копеек 46-го года. Просто идеальнейшее состояние они. Только вот уголочек немножечко замят. Видимо, временем оттоптали на тропиночке. Шикарная монетка. Радостные плюс 70. Рядышком с пятачком и пятнашечкой. Но что-то мне подсказывает... это вообще на поверхности лежит. Судя по графику, заглубление. А ну-ка посмотрим. Так. Тут мне кажется, что японский магнитофон. Вот это подарочек. Судя по всему, эта модель солдатика точно пятидесятница. Офигенный сохран. Вот это обидик. Совершенно неожиданно у этой огромной, как минимум 150-летней сосны, вот такой вот. Чуть-чуть откинув листву, ай, 2 копейки 67-й год. Очень необычный сигнальчик. Просто путаница.
Такой в городских условиях я бы не выкопал, но здесь копаю. Так, ну, какой подарочек у нас здесь? Сейчас, он лежит на поверхности, потому что это древняя тропиночка. И по ней как минимум лет 50 никто не ходил, потому что ни одного современного предмета здесь я не нашел. Ого! А тут попахивает древним криминалом. Это вообще первая пуля, которую я нашел на территории города. Очень интересно. Вот такие обеденные находочки. Вот что удалось добыть в обед.